как заменить эту плату. И единственный нюанс в том, что не забудьте перед тем, как куда-то лезть, нужно скинуть клемму с аккумулятора, ну, либо же отключить аккумулятор, чтобы питание не подавалось в данный момент в цепь до окончания всех работ, поскольку есть вероятность того, что можете что-то замкнуть либо коротнуть. Для начала нужно вытащить ключи, взять инструмент под крестовую отвертку, откручиваем стойки. И еще 6 саморезов. Далее снимаем крышку защитную. Стоп, тут еще надо открутить один. Снимаем защитную крышку. Далее можем добраться до платы. Вот именно эту плату нужно будет поменять. Вытаскиваем один разъем, вставляем в нужное место. Перепутать разъемы здесь невозможно. По-другому вставить тоже нет. Тут ключи. Прикручивается на 4 самореза плата управления. Сложного вообще ничего нет. После проведения всех работ собираем в обратном порядке. Смотрим, чтобы отверстия соединений винтами не попали никакие провода. После того, как соединили, прикручиваем сначала утопленными саморезами под 45 градусов. Стойки защиты. Сильно затягивать не нужно. И уже только после этого скругленными саморезами соединяем защиту. У меня стоит на 5. Так, прихватили. Здесь отгинаем. И закручиваем. Теперь можно подавать питание на данный агрегат.